Родовая травма, а через год диагноз ДЦП. С этими реалиями жизни Татьяна Яковлева все еще надеется справиться. Ведь уже то, что Валерия жива и даже понимает все, что происходит вокруг, дает надежду на восстановление здоровья малышки. Ты устала? Спать хочешь? Нет. Татьяна с Валерией уже ездили в республиканскую клиническую больницу. Курсы лечения немного помогли. Валерия даже стала выговаривать такие долгожданные слова, как «мама» и «папа». Но врачи советуют не останавливаться на достигнутом. Тем более, пока Валерия еще не выросла. 4 августа город Казань нас приглашает на операцию. Это, естественно, платно. После операции 2 недели ничего делать нельзя. И на 3 неделе нужно сильно заниматься лечебной гимнастикой и массажем. Должен делать профессионал. 24 тысячи на операцию родителям Валерии еще предстоит найти. Но и это не финальный рывок. Есть еще возможность съездить в Китай в военный госпиталь. На эту поездку Татьяна тоже возлагает немалые надежды. Я очень хочу в Китай поехать, потому что есть такой шанс, и нельзя его упустить ни в коем случае. Смотрю на здоровых детей. Мне кажется чудом, что они ходят ножками. Я даже сны вижу, что она ходит. Одно из любимых мест Леры – улица и песочница. Здесь она может пообщаться со своими сверстниками. Двоюродной сестре Валерии Ане столько же лет. Но Валерия не способна так же лихо передвигаться по двору. И общение с книжками и качелями ей пока удается лучше. Какой зайка? Ушастик. Какой? Вот, ушки, да. Если вы хотите помочь малышке встать на ноги, звоните маме Валерии по телефону 8-964-964-55-94. Или вы можете перечислить денежные средства на лицевой счет, который вы видите на экране. Александра Котикова, Юрий Облязов. Информационная программа «Время новостей».